Ну, на эту тему написано очень много книг. Не знаю, перечитайте «Территорию Команчи» Артура Перес-Реверте, и вы поймете, что, ну, кто не ехал на войну, тот на нее и едет. А кому хочется, так ты как его профессию не назови, он все равно туда будет переться. Я тоже когда-то был боевым журналистом, но в какой-то определенный момент я понял, что нужно сначала нарожать много детей, обеспечить их, а потом уже можно, так сказать, рисковать жизнью.